Мы сегодня подводим итоги акции «Выиграй авто вместе с Волком». И для компании «Волком» это очень знаковая акция и знаковый момент для города Витебска, потому что компания «Волком» давно перестала быть просто мобильным оператором. Мы развиваем фиксированный бизнес, развиваем услуги телевидения. И в апреле этого года в Витебске была приобретена компания «Витебский гарант». И для абонентов данной компании была предложена своеобразная акция «Welcome to Welcome». Была предоставлена возможность перенести номер, мобильный номер, для себя, своих близких, с любого другого оператора и поучаствовать в розыгрыше как мобильных телефонов, так и данного замечательного автомобиля. Когда 14 числа в прямом эфире сообщили о том, что я что-то выиграл, как-то сразу, нет, честно говоря, не поверилось. И, честно говоря, когда ведущий Павел звенел вот этими ключами, ну, я говорю, ключи-то у вас в руках, а не у меня. А вот когда я их в руке почувствую, вот тогда, наверное, какие-то чувства, эмоции, наверное, все-таки и мне передадутся. Потому что, как говорит моя мама, говорит, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Не верилось. Все поздравляют, все, как говорится, по плечу хлопают, руку жмут. А я говорю, ну с чем поздравлять? Пока не с чем. Пока я только на бумаге победитель. А теперь вот, вот они, ключики заветные. К данному событию был открыт новый офис, новый конвергентный офис компании «Волком», первый в стране. И сейчас этот опыт мы хотим переносить на другие города, когда в одном офисе абоненты могут получить обслуживание, подключение и все услуги по всему спектру услуг связи, которые мы оказываем. Это удобно и для абонентов, и это комфортно. Нам очень важно, чтобы было комфортно нашим абонентам. Если у вас стоит на сегодняшний день выбор, на какого оператора связи подключиться, я могу вам сказать честно, что я бы подключился на Велком. И ни грамма не задумываясь о том, сколько будет стоить та или иная услуга, потому что качество связи и доступность связи должны быть всегда. Витебская областная филармония в День музыки 1 октября открывает юбилейный 30-й сезон. В настоящее время артисты, коллективы филармонии делают все, чтобы этот сезон приятно удивил публику. В сентябрьской увертюре сезона состоится много интересных концертов для взрослых и детей. 21 сентября пройдет премьера праздничного концерта, посвященного нашим известным землякам «Мы из Витебска». В субботу, 22 сентября, мы открываем цикл музыкальных встреч для будущих мам «Соткать душу из нот». 28 числа нас порадует прославленный коллектив филармонии «Октет Балалайк Витебские виртуозы» с программой «Все лучшее для вас». Финальным концертом сентября станет программа «В гостях у короля». 29 сентября юные зрители и их родители услышат настоящий орган и узнают историю его происхождения. 1 октября торжественно откроет сезон наш симфонический оркестр под управлением Владимира Белявского. Не опоздайте на начало. В 19.00 витебская публика впервые услышит живое звучание известного вступления из симфонической поэмы «Так говорил Заратустра». Все знают эту музыку по телепередаче «Что, где, когда». Кроме этого, у нас впервые проводится конкурс детского рисунка. Мы рисуем музыку. Результаты будут подведены 27 сентября. Условия конкурса на сайте филармонии. Ждем вас на наших концертах.